Это одиночный пикет, слушайте. Одиночный пикет на детском празднике? Присутствие несовершеннолетних во дворе? Ничего против закона. А что, так можно, да? Да. На детский праздник. Да. Агитировать, да? По-моему, да. И финансировать можно, да? И мой административный ресурс можно использовать, да? Не знаю. А у вас документы есть? Вам сколько лет? Не знаю ответа на вопрос. А сколько вам лет? Не знаю ответа на вопрос. То есть вы не знаете, сколько вам лет? Знаю ответа на ваш вопрос. Не знаете? Сколько лет вам, у вас вообще документы есть? Он не знает, сколько ему лет. Еще гулял. А у вас совершеннолетний агитатор, нет? Папами и целыми семьями. Да, а где у него документы, что он совершеннолетний? Он вам не обязан предоставить. Почему не обязан? А вы кто? Ну, по закону России. А какая? Я гражданин. Нет, по закону Российской Федерации я имею право не носить с собой. Вы занимаетесь политической агитацией. Вы уже должны иметь какой-то соответствующий документ. Вы должны... Это потому что вы, если не совершеннолетний, вы нарушаете закон. Обратитесь, пожалуйста, в штаб. Зачем мне вам в штаб? А мы в прокуратуру. Сотрудник полиции, сотрудник Росгвардии. Какая разница? Я гражданин. А вы нарушаете закон. Вы ведете политическую агитацию. Я не обязан перед вами отчитываться. Вы кто? Это совершенно законная деятельность. Какое? Агитация на детских праздниках? Основа. Агитация на детских праздниках? Это не детский праздник. Использование административного, пожалуйста, ресурса. Пожалуйста, перестаньте снимать меня. Почему я буду снимать? Вы занимаетесь нарушением закона. Право. Да, да, да. Хорошо. Что вы хотите? Ну, я хочу узнать, почему вы используете административный ресурс? Обратитесь, пожалуйста, в штаб. Вам дадут твою консультацию. Плохо вас там учат всему, а? Даже ответить не можете. Это даже не может ответить, сколько ему лет. Ему 18 лет, он совершенно... А где документ, что он вас совершенно... Он вам не обязан представлять. А кому он обязан? Сотрудникам полиции, сотрудникам... У него документы вообще должны быть с собой. Это одиночный пикет, слушайте. Одиночный пикет на детском празднике? Присутствие несовершеннолетних во дворе? Ничего против закона. Одиночный пикет? Ой, вас, откуда вас понабрали, а? Я не знаю. Какой? Законодательство установлено? Это вам другие сотрудники ответят на этот вопрос. Почему вот этот человек... Да, зачем мне вызывать? Я, главное, зафиксирую, а потом уже будем это меры принимать. Ничему вас не учит жизнь. Они используют административный ресурс октаву политики своей. Вот все, они ушли, постеснялись, видите? Мы им обломали все. Но я все зафиксировал. Короче, ушли эти шайхудиновские. Саша по дому говорит, что никаких согласований тут не было. То есть все проходит, мероприятие организовано Шайхудиновым без согласования. Господин Шайхудинов сегодня не стал свое изображение вешать. Послал волонтеров своих в белых футболочках, бейсболочках. Но волонтеры убежали, испугавшись камеры, назвав мероприятие одиночным пикетом. То есть на детском празднике раздавали буклеты, это был их одиночный пикет. Пикет от Рифата Шайхудинова. Молодцы! Это одиночный пикет, слушайте.